Родить Наташку, Бог за косу. А ныне будущий, ныне настоящий дом детства Валентина Николаевна. Спасибо. Я хотел бы сказать огромное спасибо тем, кто помогает сегодня Валентине Николаевне, и чтобы всегда они помогали ей. Спасибо. Я благодарю вас. Нет, Валентина Николаевна еле на ногах стоит.
Валерий, нам нужен мелочь. Так вы заведите их сюда. Что ну, их там... полно там? Ну, нет, они не думают. Кого вы это поблагодарите? А, они сюда зайдут, конечно. Я не могу пройти. Да, Сергей, помогите. Сейчас, сейчас. Рудон вообще, да? У вас так же? Ну, сам, тебя не заебало. Я бы думал тоже, но надо было на то трудно. Да надевай его, тихо. Разнесут ли дверь сейчас? Не, ну ничего, кончай, будем сегодня. Ну чё? Вить, ну ты же самый нормальный человек, собери цветы, ну, пожалуйста. Мне, наверное, я заслужила цветы или не заслужила? Я своим работникам подарю. Да ладно, давай клади сейчас, у меня там сколько людей работало, а? Ты думаешь немножко? Давай складывай сюда все. Чисто символически. Сейчас каждому из них чисто символически. Только вот этот нам его упал. Где этот умерек? Ну что, мы вот этот магазин. В зависимости от выживания. Нет, я тоже вам поговорю. Поговорим. Что ты переживаешь? Я не скажу. Я, допустим, прошу. Все, он уже ушел. Через эту дверь. Обеих обоих. Улыбочку.